aga et see ei oleks tühi reisivideo, siis üritan siia ka saada sellise väiksed näpunäiteid meie tipptegijatelt, tegelikult tipptegijatelt. Näiteks paluksin Marekil rääkida, et kumb siis on tähtsam, kas teha suurte raskustega, väikeste kordustega enamus trenni või väikeste raskustega ja palju kordusi. Põhitreening peab üles ehitatud olema. Niimoodi, et tuleb teha trenni hingega. Tõsta raskusi selliseid, mida te suudate. Mitte käia saalis antitega võimlemas. See ei ole kulturism, sõbrad. See on... Kuidas see on vene keeles? Atletiitiska gimnastika on see. Kulturism on midagi muud. Minu seisukoht on selline, et tuleb teha erinevalt, nii raskelt kui ka kergelt. Et lihas ei harjuks koormusega ära ja tuleks parem reljeef. Rohkem nagu midagi ei oskagi öelda, et üks nädal võiks teha raskelt ja teine nädal kergelt. Саня, расскажи, какие веса ты используешь? На тренировке. Какие веса, сколько... Веса я использую, чтобы сделать 20 повторений. 20 повторений. Если я беру теперь на ноги веса, на ноги, беру 150 кг, но я чисто приседаю, чисто. То есть легкие веса? Для качи нужен... Это не силовая тренировка. Человек так тренироваться не сможет, если дыхалки не хватит. Здесь надо брать маленькие веса и делать, чтобы 20 повторений было. Но делать надо до упора, чтобы разорвать мышцы. И правильно делать. Можно я могу и 200 сесть, смысла не будет, толку не будет. Не будет качества мышц не будет мышц. Здесь нужно качество. Силовая это больше для кайфа. Силовая это... Все будет масса, но ее не будет проработки, не будет проработки мышц, не будет сепарации мышц. Поэтому нужно здесь терпеть. В общем, издеваться над собой. Так, можно так сказать. Так что чем больше издеваешься, тем у тебя качественнее и мышцы будут такие, как у меня сейчас, 51 год. Сам даже удивляюсь. Я с Александром полностью согласен, что нужно большое количество повторений. Сам я в прошлом занимался пауэрлифтингом. Люблю делать иногда на большие поднимать веса. Это у меня осталось от пауэрлифтинга. Вот. Но всегда я делаю пирамиду. Это вот уже 15 лет я занимаюсь строго пирамидой. Начинаю 20 повторений и дохожу до 5-6 повторений, потому что люблю я сделать большой вес поднимать. Вот. Мне эта система помогает тоже быть в такой в средней форме все время. Вот. Так же, как Александру 51 год, он старше меня на одну неделю всего. Так что. Скажи, нужен партнер. Вот. Второй человек нужен. Скажи, нужен второй человек, партнер. Помог. Да, и теперь уже убедились с Александром, чтобы был хороший результат, нужно заниматься в паре. Нужно найти себе напарника, с которым примерно одинаковые силы, примерно одинаковые энергии. И тогда тренировки становятся лучше, эффективней, дают лучший результат.